доброе утро. В эфире «Вести Магнитогорск», в студии Юлия Черешнева. Представители крупного бизнеса Южного Урала обсудят сегодня вопросы тарифообразования в сфере энергетики, перспективы повышения инвестиционной привлекательности региона и подготовку к Олимпиаде Сочи-2014. В Магнитогорске состоится совместное заседание правления общественной организации и объединения предпринимателей Челябинской области «Союз промышленников и предпринимателей». Билет на международный автобус можно будет купить, только предъявив паспорт. Такое решение было принято на областной антитеррористической комиссии. На этот шаг власти пошли из-за соображений безопасности. Новые правила вступят в силу 1 апреля этого года. Также было решено оборудовать все междугородные автобусы устройствами спутниковой системы ГЛОНАСС. На ММК увеличены суммы ежемесячных выплат по уходу за ребенком. Теперь материальная помощь женщине, которая находится в декрете с ребенком младше 1,5 лет, составляет 750 рублей в месяц. Прежде выплачивалось 650. На 250 рублей увеличен размер ежемесячной помощи матерям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Они будут получать 1500 рублей. Магнитогорск охватил компьютерный бум. Теперь и пожилые магнитогорцы бороздят просторы мировой паутины наравне с молодежью. В Южноуральском центре интернет-образования организовалась очередь из желающих получить новые знания. Иван Александрович начал с АЗОВ, текстовой программы Word. Я немножко пишу, в газету там, для внуков пишу. Поэтому для меня вот компьютер – это пишущая машинка, друг и хранитель. Печатаю, отдаю газеты. Курсы компьютерной грамотности для пожилых – одно из социальных направлений Центра интернет-образования Магнитогорского университета. В течение последних 2 лет, а именно столько существуют курсы для пожилых людей, их посетили больше 200 пенсионеров. Национальные коллективы Магнитогорского дома дружбы народов готовятся к 15-летию. Накануне состоялся отчетный концерт башкирских коллективов. Поддержать их пришли коллеги. После приветственной песни на башкирском языке на сцену один за другим поднимались русские, татарские и немецкие ансамбли. Прозвучало приветствие и на еврейском языке. Например, нас отдел еврейской культуры приглашал в январе месяце. Мы показали свои обычаи, обряды, традиции, рассказывали о нашем Курае, о нашей республике, о наших песнях, танцах. 7 национальных отделов работают под крышей Дома дружбы. В каждом из них по 10-15 коллективов. Многие имеют звание народного. Из-за затянувшегося ремонта в родном здании коллективы ютятся в разных местах. Для концертов и фестивалей им приходится арендовать другие помещения, ведь их ждут свои зрители. Сегодня в Магнитогорске состоится благотворительный концерт. Вечер посвящен памяти 20-летней Любы Егоровой. Несмотря на усилия друзей и близких, девушку спасти не удалось. Она умерла от рака после долгой болезни. Однако в Магнитогорске есть еще много детей, которые также нуждаются в помощи. На благотворительный концерт в развлекательный комплекс «Бумеранг» приглашены лучшие рок-команды города. На очереди информация Центральной диспетчерской службы. С 9 до 16 прекращается подача горячей воды по Ленина, Советской, 50-летия Магнитки. С 9 до 17 не будет отопления по Московской, 20 и Ленина. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии в поселках Крылова, Карадырский, Новотуково частично. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Сегодня в Фершимпенуазе днем минус 8-10. В Кизильском до 11 мороза. В Верхнеуральске минус 10-12. В Магнитогорске переменная облачность без осадков минус 10-12.